Всем привет, друзья! И сегодня мы поиграем в такую маленькую игру Little Snake Big, да? Маленький и большой змей. Я пока маленький малышок. Ах ты гад, смотри, что подрезать мне хотят. И сам сдох. Ах, тут надо аккуратно. Аня, Ванечка, иди нафиг отсюда. О, блин, я врезался. Ваню? Да ё-моё. Это Аня. Ах, она Аня. Меня сожрала Аня. Ладно, чё ж, поехали, еще раз попробуем. Так, пока я маленький, но я хочу жрать. О! Так, опять Артурчик какой-то был. Кстати, ребята, кто хочет со мной поиграть, я всех добавлю в игру. А где Аню? Я хочу эту Аню найти, отомстить ей. Тони, друг, блин, я как... Да ё-моё, дружище. А давай я его позову в друзья. Так, ладно. Добавил я его в друзья. Интересно, тут можно бесконечно добавлять друзья или нет? Где там у меня вкладка с друзьями? Напишите, кто не знает. О, жрачка. Я хочу жрать, я голодный. Есть. А, не Аня это случайно была? Подруга-то моя. Блин, кто это там? Какой-то нуб. Блин, жесть. Сожрал меня. Так, мне ни один ключик не дали. В смысле? Ладно. Огненный какой-то змей, смотри. Я пока, не спеша, потихонечку, здесь подъем какашки чьи-то. Или насекомых поем. Жалко, у меня бонуса на насекомых нету. Вот, тут этот жирный гад, смотри, как он. А интересно, он устает или нет? Нет, он бесконечный. Ладно, вот эту трехголовую... Ой, трех... Вау, мне дали, смотри, этот увеличительное стекло. Бинокль, то есть. Теперь я могу все видеть хорошо. Может быть, этого дурачка сейчас съем, нет? Давай попробуем. Блин, получится, нет, не знаю. О, нет! Вот этот красный, он меня сбил. Сбил конкретно. Поэтому у меня не получилось. Ах ты, ё-моё. О, жрачка. Ой, сколько жрачки, гад, смотри, а. Ну просто гад. Ну он просто подлез и сожрался. Ладно. Ничего, я запомню тебя, как вот Анечку эту, когда я тебя ее найду. Поем насекомых пока. О, нет, жрачка. Да как вы меня достали? Вот серьезно, нет, алло. Серьезно вот так вот нападать на меня? Гады. Ах ты, ёмалки-палки. Тихо, я уже... Блин, когда я не записываю видео, у меня все офигенно получается. Когда я начинаю записывать... Да почему так? О, тебе бы вот большого бы как-нибудь подрезать бы, а? Я за тобой слежу, гад. Но. Что-то там подъел. Ах, чуть-чуть не получилось. Ладно, отдыхай. Нет, он, смотри, за мной бежит. Ну ничего, главное, я сейчас пока живой. Да, о, еда. Ох, я вообще не могу... Я вообще до такой степени ускорился, что... У меня скорость уменьшилась, блин. Мне надо срочно что-то подъесть. Я вообще маленький. Очень маленький. Убей мятежника. А кто такие мятежники? Вот я сколько раз попадает это? Убей мятежника. Это я уже к окраинам карты полез. Вау, а тут смотри, какие мощные ходят. Мощненькие, смотри какие. Так, а смогу я отсюда выбраться? Да, выбрался. Нет. Вот откуда этот взялся, гад, а? Вонючка. Откуда эта вонючка взяла здесь? Я не понимаю. Блин, вообще. Один замочек дали? Один ключик, то есть? Капец. Где я сейчас нахожусь? В центре карты. Вау, какие здесь классные. Ох, жрачка. Я никому теперь эту жрачку не отдам, пошли нафиг.
Я ее сам заработал как-то. О, может они тут умрет? Мне нужно еды побольше. Ну все. Более-менее я увеличился. Ах ты, смотри, какие огромные здесь ползают. Змеи. Так, вот эту штуку я хочу сожрать. Не знаю ничего. Что она мне даст? Может, она мне ничего не даст? Да, немножко еды дала. Это мало. Вот эти всякие лунтики бегают маленькие. Они очень опасны, кстати. Очень опасные существа. Так. Вот смотри, откуда вот он вылазит. Они вот так берут, накручиваются. Ах ты, гад. Чуть-чуть. Чуть-чуть не хватило. О, тараканчики. Вот, смотри. Ну ладно, жри меня. Жри, жри, гад. Как-то у меня получалось еще раньше следить. А сейчас что-то не получается. Ладно. Ух ты, нифига, у вас светофор какой-то горит в глазах. Опа, смотри, какого я большого словил. Словил большого. И ты этого большого словил. Нормально, нет? Я вот стараюсь максимально быстро двигаться. Вот. Вот так надо. Сейчас, может, этот подлезет. Нет. Иди нафиг. Смотри, что делает, а? Гад. Ладно, пока мне и этого достаточно. О, кто-то сдох. Кто-то сдох. И я тоже сдох. Я не смог повернуться. Вот, ну реально, я поворачивался. Мне не поворачивалось. 6 тонн. Это мало. Открыли сундучок деревянный. Мы немножко открываем скины. У меня скины не все открыты. Поэтому будем потихонечку открывать скины, ребята, с вами. А, конечно, не забывайте комментировать ролик. Писать что-нибудь. Передавать приветы. Смотри, сейчас это говнеца вот этого подъем. Маленького. Ах ты, смотри, как гаденыш. Смотри, бежит как. Надо отсюда валить, короче, потихоньку. Потихонечку. Сейчас кого-нибудь съем здесь. Оп, оп. Нет, не подлез. Что за Стася? Есть Стася. Поймал я Стасю. Стал большим. Более-менее. Не сильно, конечно. Но немножечко я ее подъел. Бедная Стася. Прости меня. Ты была большой. Но, к сожалению. Так, этого сейчас съем. Малыша. Блин, он такой же, как я. Может, отпустить его? Ладно. Слушай, чувак, да ну, я тебя уже отпускать собрался, ты чего умер-то? Вот реально, он умер. Не специально. Совершенно. О, тогда я вот эту съем штуку. Блин, она вот лазит вот здесь вот, где опасно. Я же могу подлезть куда-нибудь, гад. Дохни быстрей. Видишь, это большой какой-то. Огромный. О, хрюндель, хрюндель, хрюндель. А я тебя сейчас подрежу. Хрюнделя. Какой он длинный, слушай, а? Его еще тяжело очень подрезать будет. Блин, смотри, все змеи тут окружили меня. Надо отсюда потихонечку вылазить. О, еда. Опа, подрезал огромного. Огромнейшего змея. Сейчас вот этого возьму в кольцо. И его тоже съем. Только нужно быстро это все... О, меня уже второй стал этот подбирать. А, вот этот скрюндель меня съел, короче. Ах, как... Я же знал, что он за мной охотится, этот хрюндель. Короче, он меня сожрал. Ах, гад, короче, гад. Ладно, подписывайтесь на канал обязательно, ребята, пишите комментарии. Всем пока-пока!